На этих кадрах экипаж ДПС предотвращает грубые нарушения правил дорожного движения. На таких, как, например, это средство передвижения, которое считается спортивным инвентарем, выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Питбайк – это 250 кубов. Предназначен он для лесной, ну, для лесной такой поверхности, грунтовой, но по дорогам не заездить. Просто катаюсь, так для передвижения до магазина доехать. Выехал без шлема заправиться, но меня остановили. Я стараюсь соблюдать правила дорожного движения. В летний период особое внимание таким юным любителям погонять. Сезон располагает к использованию всевозможных видов мототехники, зачастую без соблюдения правил. Сейчас, к сожалению, сталкиваемся с такими ситуациями, что люди покупают скутер, мопед, и продавцы почему-то говорят, что на данную категорию водительское удостоверение не нужно. Это все абсолютно неправда. Права не нужны пешеходам и велосипедистам. Все остальное нужно пройти обучение, сдать экзамены, получить водительское удостоверение и, соответственно, приобрести желаемую мототехнику. В преддверии выходных дней сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Служба активизирует работу по выявлению нарушителей на различных видах транспорта. Основной акцент делается на садоводческих товариществах, деревнях и дорогах, которые связывают населенные пункты. Основная цель, конечно, это обеспечение безопасности дорожного движения. Недопущение ДТП. В рамках данных мероприятий мы проводим разъяснительную работу со всеми участниками дорожного движения. Это и водители, это и пешеходы, и пассажиры, лица, управляющие велосипедами. В рамках еженедельных рейдов автомобилистам напоминают о самых важных правилах – не превышать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу в неположенных местах.